на различных уровнях. Помимо этого, автомобиль используется для доставки лекарственных средств, для того, чтобы волонтеры могли перемещаться по городу, обеспечить доступность помощи в разные уголки нашего города. Также планируется использование автомобиля в участии в федеральных проектах, таких как «Комфортная городская среда», обеспечение всевозможных акций, когда волонтеры информируют население. Помимо этого, приобретение автомобиля оно увеличит мобильность специалистов, позволит проводить нам выездные мероприятия, вывозить большее количество аппаратуры. В соответствии с этим для введения новой должности водителя внесены изменения в примерное положение на плате труда. В раздел 2 размеры окладов должностных окладов ставок заработной платы работников учреждения за исключением руководителя учреждения и заместителя руководителя внесены изменения. Дополнительно под пунктами 2.2, 2.3, 2.4 размеры окладов должностных окладов ставок заработной платы водителей грузовых и легковых автомобилей увеличиваются с учетом классности. В раздел 3 виды выплат компенсационного характера, размеры и условия их осуществления внесены изменения. Под пункт 3.2 изложен в новой редакции. Изменен порядок нумерации подпунктов, исключен ошибочно указанный пункт. И также размеры окладов изложены в новой редакции, введена должность водителя автомобиля с окладом 3813 рублей. Приложение номер 2. Критерии оценки результативности и качества труда работников учреждения для установления выплат стимулирующего характера за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, выплата за качество выполняемых работ изложена в новой редакции, то есть дополнена критериями эффективности деятельности водителя автомобиля, добавлена классность. У меня на этом все.